Так, запись пошла. Ты здесь? Да, вон нужно на аудиенции построиться. Аэропорт. Плюс есть безопасный груз. Ну, кстати, да, там идет зима. А, либо, знаешь, что на... Ну, да, либо М13. Там больше зимы на М13. У нас сразу... Я тебе все ресурсы даю. Вот у нас аэропорт. Да, прям здесь. Скидываю. Скидываю. План. Пьянка. Шкаф. Шкаф. Дерево. Сзади. Давай я апать буду. Я предлагаю что? Я еще предлагаю сейчас найти нам веревки, скрафтить компот Боба и отправиться на Улрик. Чтобы быстро найти оружие. 2-5, 2-5. Как есть у тебя такой план? Можно. Если у нас сегодня будет оружие, это будет очень большое достижение, потому что Global Vibe. Но пока у нас все более-менее. Ну как, у нас все не очень, ну как, стандартно, короче. Неплохо, нехорошо. Домик стоит. Че, если все равно фарм пойдем быстро речь, круто. О, кстати, ну, тут, нет, опять же, главное оружие найти, нам больше ничего не надо. Оружие найдем, все будет в штаны. Здесь сейчас будет карточка. У меня здесь топовая лодка. Может, там что-то есть вещи? Подожди-ка. Метапляк с собой как раз есть. Нету карточки. А что за прикол? Зря я с собой топляк взял. Сколько там топлива? 80. Ну как, я крафтил, просто забыл положить. Найди, пожалуйста, для натяжки все. И полетим на Ойлорик. Карточку. А, блин. Что такое? Я с калашом и с МВК дверьми убежал. Не понял. Ты залутал? Да. Ты рофлишь? Нет, альтанул. Альтанул. Так, верстак ты не крафтил, да, или скрафтил? Нет. Крафчу первый верстак. Все, берданочка. Нуль, Саван, только без патрон. Крафтится ресурс стейбл. Биорданка издучена. О, бля, ты что делаешь? Так. Нам нужно еще 15 крапа. Я крафчу берданку. Можешь надо быть где-нибудь сейчас? Пока я буду себя крафтить все. Ну сейчас берданками будет намного легче, братан. Мы сейчас пойдем спокойно, либо Улрик, либо сейчас типов поубиваем. Я бы, знаешь, что бы сделал бы? Я сейчас пошел бы типов попробовал бы поубивать. У нас есть еще запасная берданка вроде как. Нам нужна одна пружина. Да, нам нужна одна пружина и будет запасная берданка. Две запасные берданки. Вон этих типов всяких с питонами, с берданками поубивать, просто отсейвить оружие. Как тебе такой план? Но... Правда, на хилок нету, вот это... Так, у меня еще на две берданки есть как раз запасные. Я пружины есть. Два байдика на Томпсон. Хорошо. И Томпсон. Томпсон? Да. Отлично. Томик изучить. Скраб. Куда скраб положил? А, нашел. Так, патроны на берданку. Изучить. Томик изучен, патрон на берданку изучен.
Если у тебя завалялись ненужные скины, рекомендую тебе сайт Rust Reaper. Ты можешь получить 50 центов, введя мой промокод HUNGRY. Вы можете пополнить свой баланс любыми видами оплаты и получить 50% бонус. Мой любимый режим — это апгрейд. Здесь с помощью монеток ты можешь получить почти любой скин. Но также на сайте есть очень много разных режимов, которые тебе точно понравятся. В группе ВКонтакте Rust Reaper часто проходят розыгрыши. Подпишись, чтобы не пропустить. Все ссылки в описании. Всем приятного просмотра. Верти, говорит. Hello. А, вот он. Кажется. Перед нами тип залутанный, 170. Под деревянной кибиткой. Вижу. Не видишь, оружие у меня есть? Он одетый, 100%. Одет это я вижу. Питончик. Машина заспавнилась, да? Отлично, хит дал ему. Слева голову у тебя, с пайпом, кажется. Голову уберу. Опа, Коля, домой, Коля. Давай, контроль у тебя. Питон, где у него питон? Забей. Я застрял. Питочек много. Нашел питон? Да. Долутай его. Над нами челик в антираде. Откуда мы прибежали? Вижу. Да, пип. На струе летел, но в него не попало. Это хреново. Это тот сосед, скорее всего, сверху. Можешь залезть? Да, я уже тут. Да, это он оттуда. Понял. Добей, чтобы не закрыл дверь, Коль. Не вижу. Убил. Выкидываю это, забираю это. Скапер какой-то. То вот это выкидываю. Убираю, где? Забрал. Так, печки работают. У нас давно не было больших файтов таких, прям жестких. Вот чекай, что я с ним выбил. В этом ящике. Ком, в этом? Опа. Я побежал. Подожди меня, я сейчас кинусь и побежим. Вижу, впереди, перед нами 230 тебя будет. Откуда мы, где мы поднимались? И мы, у него стучат еще. Да. Их двое. Убил одного? А кто дверь стучал? Закрытый. А, он это закрыт. Он стучит. Понял. По пятке. На изучение. Так, он пятку положу, пока он перчерсак будет, тогда я буду бегать. Патрон тоже положил. Два типа, Коль. Где? Там, где я типа убил. Понял. Центр. Залпной? Я наверх залазил. Да. Такие как мы, залутанные. Что-то я их не слышу. Они внутри, походу. Если что внутри? Здание. Да. Это плохо, я полез на то здание. Меня убивают. Вышли из двери. Они тебя пушат. Тихо, живи. Убил. Повалил его. Сверху меня убили. Там не стреляют, а красный. Дал хит ему. Хуйня, не пристрелился. Дал хит еще. Хит тоже. Я хилюсь? Угу. Я вхожу его, тихо, просто дри. А их трое! Убил его, в смысле трое. Я сейчас умру. Живу. 20 хп. 3 хита дал. Этого добил. Справа, убил. Украс... Справа красный должен быть. Нет. Два хита дал ему. Убил его. Хорош. Справа где должен быть. Вижу, где он. Вижу. Кто убил его? Хорош, я ему только хит дал. Не стреляют. Меня убили. Это два челика с космодрома.
Меня добили. Меня сейчас убьют, тихо. Минус один. Чуть не сдох. Минус два. Я бегу. А, берданку я свою не подобрал, ладно. А, не, подобрал вроде как, да. У него была твоя бюро. Да, да. Так, ба-ба-ба-ба-ба, что-то мы остановились в развитии. Да не, оружие убиваем. Да, оружие оно выбивается, потом теряется. Это такое сет. Я предлагаю что, давай тогда... Метро? А? Метро? Можно метро пойти, да, пофармить там, поубивать типов? Так, я шлем надеваю свой. Покажитесь. По одному твари. Я тут? Ты вышел? Ну. Да? Да. Ну не проехали опять. А нет, вагонетка впереди стоит. Да. О, молот. Они скинулись что-то здесь. Либо, может быть, это засада какая-то. Почему две вагонетки так стоят? Топливо не денет. А вот еще смотрю. Есть 23. Поехали прямо. Подожди, не запускай, раздавишь. Ой. Живой? Вот и на. Нет, сразу. Минус два. А тех четыре, братан. Их четверо. Я минус два дал. Понял. Может, они сюда будут ехать, и мы совки встретим или нет? Я до одного full dead, второго нет. Так они еще, что самое интересное, так толпой прям накинулись. То есть, ну, они... если они были чуть дальше, я бы залутал бы хилки, дальше бы воевал. В другом было все было бы. Вот этого нам вообще не хватало. Все пускай лутают, слышь, сядем тут. Все, боты только плюс. Так, даже дайпер, у тебя башку не видно. Ну-ка, подвигайся. Когда прыгаешь, видно, не прыгай. Слышишь? Наши гости. Да. Они чистят. Ты топал? Нет, это он. А что тогда он халдит? Что, выходим? Жди, жди. Их много. Бугл, встань. Выходим. А нет. Сюда идут. Как если запустят вагонетку, выходим сразу. Uh-huh. Давай. Повалил. Там еще один должен быть. Не вижу, отойди. Ты живой? Тише. Не убили пуль. Он пикнул в открытую. Там темно, не видно ничего. Ты кричишь? Нет, full dead. Ты одного убил? Кто
клавиатуру! Не бомби, он один остался, нужно бежать хвостом. Я не мог вправо ходить! Сука, как у меня горит на... Крафчу оружие, братан. Сука, там один... Я ему оставил 17 хп. Я с двушкой туда побежал. А чё двушка-то? Ну, чтобы если они выходили, я их принял, и ты придешь с оружием. И там у нас оружия нет. Бери калаш. Я крафчу два томика, я успею докрафтить и бежать туда. Пробежишь тогда, окей? Пробегу. Куль, я столько убил, я троих сразу вырубил. Я не знаю, я только через 3 недели клава придет. Сука, по такой пиздец. Я про брата. Я там ничего не смог, я прятался, у меня просто взял. Это зря запушил. А я с левой стороны не мог стоять. Понимаешь? Потому что ты пикал, и я пикал. Мы с одной стороны пикали, те стреляют, по мне попадают. Я не видел его. То есть там я вижу, они пикают, но они, блядь, они пикнули, зашли. Уж чтобы упали. Возможно, это остался ласт. Я одного должен был убить. Да, одного я убил. Одного я троих побрел, я альтанул. Я охранял количество людей, которые там. А, одного скинул туда к тебе. Один к тебе идет туда. Вон. Прыгнул тебе туда. Я халжу, я максимально тихо иду. Он меня убил. Он на контре шел ко мне. Колик, сиди контре сверху. У меня спальник пропал в хате. Коля, ты что, открыл все двери? Нет. Ты может случайно удалил его? Невозможно такое. Проверь, пожалуйста, сейчас. Ты, походу, дверь забыл закрыть. Блять. Шкаф ломают нам. Брат, да? Нас не бахли, нет? Ты я долбай. Все чекну. МВК дверь точно закрывал, братан. 1000% клянусь, я закрывал. Все двери закрывал. Шкафа нет. Все двери я закрывал. 1000%, могу запись показать. Сюда, Коль, подсаживай вот сюда. Подсаживаю. Один сгорел. Ты ВК дверь не закрыл, Коля. Я закрывал. Она... Я закрыл, открыто. Блять, я сейчас только что пересматривал. Сейчас, подожди. Парни, что, по паролям, да? Красавчики. Да, дружище. Какой пароль был? Нет, дружище, там просто тиммейт. Там твой тиммейт, короче, разлочил дверь, и мы поменяли пароль. И он открыл все двери, мы зашли. А какой у него ник, ты его видел? Ложка не получилась, ребята. Вок, короче, смотри, у него ник XD у него ник вроде. А, нет, или сейчас, подожди. Короче, смотри, у вас чел это вырубил спальники в хате, сам, лично. Дин, ваш. И менял пароли на дверях. Ты уверен? На двое играет, такой быть не может, что такое говоришь? Да. Так, а ты понимаешь, третий чел вот тут у вас зашел, он... Начал менять пароли, вырубил спальники при нас прям урон. Ага. И короче и пароли начал менять, мы его убили. А какой у него ник был? У него вот я не могу посмотреть, потому что вы дверь закрыли. Но он у нас ник, ну то есть ты как бы сам понимаешь, что мой тиммейт такой сделать не мог. Скорее всего нас по паролям ёбнули, а вы просто пришли и его убили, правильно? Да, скорее всего так. Там школьник, блин, братан. А можешь честно сказать, ты ютубер, да? Ютубер, да. Только не чизик. Да. А хангри, да? Да. Даю! Братан, там вам лет 10, наверное, 11. А, короче, я не понял. Ебануться, конечно. Короче, как он говорит. Зашел чувак какой-то, ну опять же, это ребенок. Я не знаю, доверять ему, не доверять. Подошел себе Томпсон, нычку спрячу. Ты тут? Да. Короче, он рассказывает, как какой-то чувак зашел к ним, зашел в наш дом, взял, менял пароли себе, вырубил нам спальники. Эти типы пришли, там были двери открыты. Он их убил. Но у меня есть полностью доказательство того, что я все двери закрывал. И ты домой не был. То есть ты там сидел. Ты когда ты умер, то спальник уже. То есть это что, как это можно объяснить? Только по паролям. Так, а какие у вас ники, ребятульки? Они стенку выдрубили. Как они стенку? Тихо. Какой? Эль спекулянт. А, я тебя убил на луке, ага. Так. А второй? Тетера Флюрат. Ага. Может отдать им дом? Мы вообще зашли клан ТСС, разъебывать.
Парни, пароль от дома 2525 от дверей. Можете использовать их. Спасибо. И поменяйте его, потому что здесь какой-то вор меняет пароли. Готово. Так, тебе Томик, да? Да, у нас потом какой-то штык. Понял. СНГ бади. Так, СНГ бади. Готово, Томик. Так, берданку готово. Пойдем дорогу, братан, дорога не залутанная. Я на космо пошел. Забей космо, братан. Нам сейчас... Да какой космо? Ты вспомнишь, что там было вчера на космо? Три раза нам не повезло. Три или четыре. Сейчас рисковать последним оружием, которое единственным и последним оружием. Нахуй, зачем оно надо? Такой бред, братан, ты чё? Да, завтра ещё можем поиграть. Машина. Еба, ты это видишь? Я вижу это, оно упало. Как оно летело? Топовый движок. Ну-ка, пойдем посмотрим. Сзади! Меня убили. Чё ж нам так не везет, брат? Су! Издевательство. Че? Да три раза выпал тройки, но он пятерку выпалил. Что дальше на другой? У меня тип. А я на лошади лох. Братан, как повезло, что я был на лошади. Так, ладненько, ничего страшного, что лошадь потерял, но донес пилот. Так, мне бы как-то, не знаю, прикрытие или что-то еще такого, чтобы я сейчас спокойно порубил деревья, чтобы мы дом отстроили. Могу сейчас крафтить берданку, скорее всего, одно. Прикроешь меня? Я пошел дальше больше к стороне. А, нам нужно дом достроить, чтобы было больше печек, я мог быстрее, больше оружия было бы. Я оформлю уже. Если будет, то будет, выйдет. Меня стреляет Томика. Нет, только бы меня убили. Мазут гидра. Блять, Томика убили, сука какая, а? Что за ник у тебя, падла? Не выходи. Да, Пепус идет. Окей, окей, добавляй тогда его. Я эту гидру, я ее под ноль снесу. Кто меня убил? Ну-ка. Мазут гидра, под ноль тварину снесу. Поменяй не, пожалуйста, там. Ничего? Мало ли что. Мало ли тебя нас опять по этому нику узнают. Я, потому что надо лучше менять ники постоянно. А вот сейчас Гитлера узнала нас. Сейчас будет, ты хоть захочешь нас снести с своими дружками. Но ты не поверишь, опять это говнюк тут-то. Я просто... Женя Баунти! Ой, господи, блядь, Женя Баунти, убил! Убил его? Да, с блочки. Какой ник? Киндер какой-то. А! Слушай, а это не, это, мне кажется, те, которые нас бахнули. Которые по паролям, точнее, зашли к нам. Ты душку нашел у него? Да, нашел. Если я пойду этого говнюка на гидре жахну. Так, дерево все есть? Еще отхилюсь, пока время немножко есть. Пойду сила блочки, ой, сила блочки.
Тихо, 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 тихо. У тебя? На. Тихо, я у меня спине. Блять, он меня спалил. Киндер. Я вообще попробую, ну, хочу там назвать. 400. Я белого. Луж. Он говорит, это я. Они походу с киндером кинтуются. Да, у меня сет был одинаковый. Как у киндера. Это же их сет. Это просто камбэк. Надо узнать, где это живет. Там школьник просто лет, наверное, 15-16. Вот это ки... Вот это ки... Гидра вот это. Ой. Стрелки есть, все есть, игра пошла. А хочу чекнуть, гидра, ну, гидра все-таки с того же дома? Ну, хотя да, этого дома раньше вчера не было. Поэтому они с того дома. Поэтому сейчас может выйти. Бегу двое. Мне голову дали? Живи, живи, живи. Я справа покажу. Хорошо, 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 я забатил на себя. Не-не, под скалой там, я хилюсь. Ну, зайди. Глок убил всех. А где второй? О, он один был. А, все убил. Вот Жека Баунти, киндер. Вот там М5. Да, не с того дома большого. Нас вынесут, мне кажется. М5 подать? Я предлагаю нам сейчас переехать. Куда-нибудь... Я знаю, куда переехать. Там камни есть как раз, братан. За водочистную? Нет, под аэропорт Н12. Там камни есть, там домов. Один дом большой. Туда сейчас переезжаем быстренько. Бери камень, бери дерево. Бери вкратце все. Давай лучше туда побежим, на Water Treatment, где-то там построимся. Я хотел бы этих бахнуть. Там камни у нас есть. Почему бы этих не бахнуть, не? А куда ты хочешь? Ну, Н12. Через аэропорт уйдем, там построимся. Вот на скале вот тут очень много камней. Единственное, вот правый домик, но он бомжатский какой-то. Вот склон вот такой вот тут, смотри. Или на обзор на гидру. И обзор на гидру. А, понял, да, плохой вариант. Ну, киянку камень. Да сейчас же. Сейчас перенесем, бункер закроем. Может там метать, когда же хватит апнуть в полную стену. А, нет, не хватит. Куда бегал? Я оттуда все забрал. Я голый был. И даже дверь забрал. Возьми камни чуть-чуть, пожалуйста. Возьму. И печки возьми. Нам нужно зарейдить вот этих типов. И в плане скрапа окупиться очень хорошо. Чтобы мы могли спокойно все изучить. Ну ты. Да, да, да. Так, наверное, сейчас еще скрапчу ящик один. Сейчас сера вся переплавится, и в принципе уже можно идти и будет смотреть, что там у них с домом вообще происходит. Я смотрел у них там, ну так, вчера беглым взглядом, ну не знаю. Лут третий этаж, но только есть там ВК двери. Им нужно как-то сломать мельницу. Зачем? Ну, там слишком много троллей. На территорию? Да, и на крышу. А если мы сломаем мельницу, ты думаешь, они разрядятся? Да. Ну, мне кажется, нифига не разрядятся, не заряжают, сколько уже, какой день. А чем ты сломаешь мельницу? Разрывными. Ты чё, братан, нам хватило бы хоть на дом что-то бахнуть из лута. Поэтому я не знаю, я бы нашел бы зажигательную эти стрелы и просто стрелами бы его бахал. Ого, там на территории 4 тролли, чтобы и что? Куда-то. Надеюсь, сейчас меня спину не убьют тут. Я не знаю. Я сломал. Ничего. Я взял строчку разрывных и перданки взял. Сейчас топляк докрафтится.
Я тоже строку взял. 50 топлива хочет. О, Бартан, смотри сюда. Все для нас. Понял, не буду. Шит. Гаражки, походу, да? Давай. Так, стоп. Что это такое? А, дискошар. Пнем уже прилично. Ага, мне это уже нравится. Смотрим ящики. А что, лутаваешься? И там уже серый есть. Да. Они... вырубить эту фигню. Так, подожди, идентификатор. Я думал, там сразу лутовай будет. Под верстак посмотри еще. Верстак? Под верстак. Ага. А ВК-дверь есть. Но, судя по всему, у них ВК-дверь есть. Может, у них ремонт верстак еще есть? Только не убивай его, не убивай! Мне тип писал, сейчас буду почище сделал, расскажу. Мне тип писал, как они узнали в тот раз, что мы их рейдим. Знаешь как? Мы убили типа. Он сказал, ну, по раз плюсу, что нас убили, короче. Заходи, проверь, посмотри, что там. Он заходит, и такая вот ситуация произошла. У них оповещение просто по раз плюсу было. Ага, это кроватная. Значит, под кроватной лутовая будет. Ну да. А там все турели отключаются, прикинь. Так, ну нам нужно опять это, ломать бонницу вот это. У меня 300 разрывных. Как, блядь, лестница застряла. Да ладно. Да, но там нужно похлеть фигню. Ага. Может, папа, пароль будет на спальнике написан? Ники. Так, ну их уже 8. Продумано. Топ. Я не видел гантрап, ты видел его? Так. Что ты там хакаешь? Бабжи какие-то. Нормально. Один нормальный броню секут. А, броня есть. Вот так вот свин. Лестница ли? Я. Мазут, чупа. О, пулемет, братан. О, сишка. А если мы их убиваем, это ГГ. Но это основная лутовая. Это основная лутовая, да. Опа, разрывные. 49 штук. Нам точно хватит. Че, давай право? А, там шкаф, да. А где у них выход с хаты? Где у них компоненты? Он тоже что-то зашкнет. Это не основная лутовая, братан. Компонентов ноль. Потому что под нами еще люк. Под люком, подожди. Ё-моё, под люком сколько ящиков. Тихо. Давай, может, шкаф сломаем на всякий случай, не? Там ладно, до потом. Фига ящиков. Потом. Разрывных нет. А какие ящики-то, спальники? Тихо. Я больше под контрапт не поведусь. Пусть нужна шкаф нам 100%. Камень, дерево, камень. Вон наймингбэк, тут еще спальники. Гардап! Ух, гардап! Разряженный? Ты стреляешь? Не стреляет, проверил. Фигня, конечно.
меня что такое предчувствую, что они выкинули все. Выкинули все, оружие бы не было. Да, я просто не пойму, где, где компонент. Он типа, ну, третий верстак, шкаф, а компонентов ноль. Это странно. Подожди, давай посмотрим, там шкаф или нет. А, магазин. Магазин там? Да. Там сера. Сера. А че это за рофл? А че это за рофл такой? Мы что говорили? Слушай, а худший пик в истории сработал? Доты. Пиком в истории доты невозможно сделать даже один фраг. Крипы делают больше, чем ты на ка. Нифига нет. А где у них выход из дома? Не знаю, я застрял. Я тоже. А, все. Вот тут я не ожидал. Че там? Металл. Так, стоямба. А где выход из дома? Из крыши. Нет. И тут спит челик. Гидро мазут. Где он? Гидро мазут вот тут у меня. Моё. Они контакт поменяли просто. Надо было вчера их бахать пораньше.